Мама трех сыну, второму сыну 15 лет. Сегодня провожаю в школу и говорю: Даниил, сегодня я тебя заберу со школы. И смотрю, у него на лице такое разочарование, раньше никогда такого не было. Он такой: а почему ты, почему не папа? Я говорю: ну папа будет на этом вот, будет рефери. И смотрю, такое лицо у него разочарованное. Знаете, у меня в голове так 30 минут уже, что такое? Такого раньше никогда не было. Ему всегда было безразлично, там, я буду забирать или муж. А, он же получил learning permit, ему же можно водить, когда взрослый сидит, ну, на переднем сиденье. А, муж взял с меня слово и сказал, что вот он сам научит Даниила, и когда, ну, чтобы я не разрешала ему водить, когда я вот впереди. Вот. Это он просто разочарован, что ему не получится сегодня ему водить машину, вот. Вот 5 дней, как он, как ему исполнилось 15 лет, и уже 4 раза он вел, 4 или может больше, и он каждый раз ведет, когда вот муж его забирает с тренировки. Вот поэтому мой сын, вот такое лицо разочарованное было. Ну ничего, Даниил, ну ничего, папа сегодня будет реферить.